Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мужчина, которому вы нужны». Кто в вас влюблен, кому вы нравитесь? Давайте посмотрим, ваш тайный или явный поклонник. Мужчина, который от вас без ума. Кто на вас положил глаз? Давайте сегодня посмотрим. Этот расклад как и для свободных девушек, женщин, так и для женщин, у которых уже есть пара. Но все равно нам ведь интересно, кто, кому мы нравимся, да? Кого мы сводим с ума. Итак, что мы будем с этим делать, да? Это уже другой вопрос. Надо нам это, не надо открывать дверь этому человеку, да, впускать в свою жизнь или нет. Это уже другой разговор. А вот момент привлекать, да, наполняться женской энергией. Это да, это нужно всем. Итак, мои дорогие, у нас будет три варианта. Желаете, смотрите весь расклад. Желаете какой-то определенный вариант. Возможно, где-то вы найдете подсказки для себя, потому что сегодня мы смотрим, этот мужчина уже может быть в вашем окружении. Этот человек может прийти в вашу жизнь, да, появиться, может создаться определенная ситуация, и вы буквально, знаете, как пребывая в ней, да, возможно, вспомните об этом раскладе и какую-то будете иметь подсказку, будете иметь разгадку, да, какой-то определенной ситуации, потому что я вам скажу, что в комментариях мне девочки действительно пишут, да, что вот уже забыла, да, что когда-то слышала вот этот расклад, но когда событие происходит, ты как вспоминаешь какой-то фрагмент, какой-то элемент, и действительно получаешь, вспоминаешь, да, знаешь, как действовать, не теряешься в какой-то ситуации. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Для начала, первых три карты. Вы сейчас, подсказка, ваш расклад или нет, может резонировать. И несколько вариантов, да, возможно, вы себя увидите вот в нескольких вариантах. Как вы желаете, вот как вы чувствуете, так вообще будет правильно. Вот ваше чутье, на него и только и опирайтесь. Итак, третий вариант. Вы сейчас. Дальше мы смотрим мужчина, да? Вот что за мужчина, который в вас влюблен, которому вы нравитесь, кто на вас положил глаз, да? Это может быть уже существующая ситуация, это может быть ситуация, которая возникнет в вашей жизни. Итак, что между вами, да? Какая-то подсказка, чтобы вы как-то сориентировались, что это за мужчина, которому вы нравитесь, который вами увлечен, да, положил на вас глаз. Дальше мы посмотрим, что же он о вас думает, да, в общем, что думает. Что думает этот мужчина о вас? Вариант, что думает, чем привлекли, чем вот вы ему понравились, чем вы его привлекаете, вообще что с ним происходит, да? Давайте посмотрим, чем вы его привлекли. Этого мужчину, какие ваши плюсики, да, вот, и какие ваши козыри, да. На что он вот обратил внимание и что вот ему действительно вас нравится. Я все-таки хочу посмотреть, да, что с ним происходит. Что с ним происходит, когда вы рядом. Что с ним происходит, как его самоощущение, когда вы находитесь рядом. Так. И мы посмотрим обязательно, какие планы он строит на вас, да? Ну вот нравится, он будет вот так сидеть, молчать, или, возможно, он будет действовать, как он будет действовать, каких отношений он желает, возможно, он будет
Ну, это серьезные отношения или это что-то вот такое легкое? Если будет действовать, да, как будет действовать? Нет, ну, будем тогда разбираться, что с этим делать, да. Мы возьмем вот еще вот одну карту и посмотрим. Совет для вас насчет этого мужчины, да, насчет вот этого увлеченного мужчины вами. Вам идти дальше, да, у вас будет какой-то другой выбор или, возможно, как-то вот отношения с этим человеком, можете ли вы их как-то изменить, направить, да, если что-то. Совет для вас, да, можете ли вы повлиять на ситуацию, как повлиять, как будет лучше для вас. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, выбирайте, а мы будем начинать. Почему-то мне сегодня вот прямо очень интересно. Давайте будем начинать расследование, да. Итак, вы сейчас, давайте посмотрим, вы сейчас. Ой, вы знаете, девушка очень интересная, очень общительная, но как-то вот держится, возможно, особнячком, да, вот, то есть общения много, друзей мало, вот о чем. Девушка талантливая, женщина талантливая. Сейчас может быть вот такой момент, легкое в общении, очень яркая, красивая женщина. Но она как-то вот держится вдали от мужчин. Очень мне проходит, что здесь может быть девушка и женщина свободна сейчас. И ни в коем образе, знаете, это не какое-то тяжелое состояние. Мне больше проходит, что это такой момент, вы высоко все-таки. Возможно, те мужчины, которые рядом с вами, как-то есть вот ощущение, что это вот не мое, да, мне нужно что-то больше, что-то выше, что-то интереснее, что-то дальше, да, что-то более перспективней. Я бы даже здесь сказала, что здесь человек, который вот прямо себя реализует. Вот красивая женщина, очень за собой ухаживает, очень так приятно, элегантно выглядит. Прекрасная, знаете, такая внешность, очень красивое, красивое вот даже и внутреннее состояние. Может проходить как человек творческий, человек одаренный. Но здесь проходит, конечно, момент, что вот людей вокруг вас много, а возможно, тех людей, которые вы хотели бы к себе подпустить, вот их так как-то и мало, да, то есть какие, чтобы по душам, чтобы поговорить, чтобы как-то, да и вот, да и мало таких людей, да, близких по душе. Угу. Очень нравится мужчина, очень даже, более того, я вам скажу, что вы привлекаете очень таких стабильных и состоятельных мужчин. Да, между ними есть и нагловатые персоны, и, возможно, вот это и, ну, вот это и сопровождается вот этим моментом, как бы я держусь вдали, да, я держусь как бы на расстоянии, на меня можно смотреть, нельзя прикасаться. Вот я вижу, что вы прям нравитесь мужчинам. И да, возможно, где-то был момент, как обожглась немного, да, то есть вот какая-то наглость мужская, она вас, знаете, достает. Возможно, эта женщина очень даже и ощущает вот это мужское внимание, да, но, возможно, не в том формате, как бы ей хотелось. То есть эта девушка, она ищет в мужчине, возможно, какой-то определенной не то защиты, поддержки, да, вот она такая хрупкая, нежная, это не говорит о вашем внешнем виде, это больше говорит о вашем душевном состоянии сейчас. И вот такой девушке для ее, вы знаете, как я, девушка в отношениях желает цвести, желает оставаться женщиной, желает цветения, да, своего, а не чтобы эти отношения отягощали. Я вижу, что есть момент какого-то наглого напора со стороны мужчины. И, возможно, вот этот наглый напор вас достал уже, да, то есть что-то такое в вашей жизни было, и вы очень так осторожны с мужчинами, хоть я вижу, что очень привлекаете. И, знаете, с одной стороны, вы как бы отталкиваете многих, вы отшиваете, да, то есть вы как-то отдаляетесь немного. С другой стороны, вы знаете, это ваша момент отдаления,
от общей массы мужчин. Она очень привлекает мужчин состоятельных и мужчин успешных к вам. И я вам скажу, что да, здесь девушка очень такая интересная. Она не позволяет себя обижать. Она не позволяет быть в каких-то зависимых отношениях. Наглость мужская ее, возможно, где-то раздражает. И она сразу начинает отдаляться. Излишняя самоуверенность мужчин подбешивает. Вот так вот. Да, действительно, где-то девушка колкая, где-то девушка, женщина, знаете, умеет поставить на место. И вы увлекаете очень мужчин. Вы вот действительно мужчинам нравитесь. Я вижу, что здесь интересная такая личность. По-женски сильная. Здесь нет перегиба, знаете. Здесь нет такого момента, что я вот все сама и сама. Нет, этой женщине вот ей нужен мужчина. Мужчина сильный, мужчина опора, мужчина, знаете, такое доверенное плечо. Она желает оставаться женщиной. Она не желает на себя брать какую-то мужскую роль. Но и тем не менее, вот я вижу, что излишняя наглость мужчин сильно раздражает. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, смотрим. Очень много планов, и более того, я вам скажу, что ваши планы, они будут осуществляться. Какие-то ваши мечты, ваши желания, особенно если вы что-то вот такое задумали, мечтаете о чем-то, поехать куда-то, вот прямо, возможно, в другую страну, что-то увидеть прекрасное, наполнить свою жизнь прекрасным, это будет осуществляться. У вас откроются какие-то вот прямо новые возможности. Возможности, знаете, где-то что-то прекрасное созерцать. Давайте посмотрим еще ваше состояние. Очень интересная девушка в компании, прекрасная подружка, с ней весело, с ней интересно. Очень мне проходит как девушка такая, которая умеет и, возможно, ей приходится отшивать мужчин, так конкретно сдвигая корону, да, этим мужчинам, потому что, да, как-то вот он приходит императором, в общении становится королем, а в конце концов, знаете, оказывается рыцарем. То есть вы немного спускаете мужчин на землю, вы им их приземляете, да, указывая им, что не все наглостью можно получить в этой жизни. Угу, да, и вот вы ускользаете в какой-то момент. То есть, если проявляется какая-то наглость, вы ускользаете, вы уходите из отношений, выходите вообще, да, вот как-то из отношений. Какая-то излишняя самоуверенность мужчины, она, конечно, почему-то мне проходит здесь как и лишняя, мне проходит, раздражает. Вообще-то человек такой интересный и очень с чувством юмора, и озорная, и умеет, и любит повеселиться. Прекрасная подруга, прекрасный человек. И вот именно в каких-то вот таких сердечных делах вы как никто можете, знаете, разбавить ситуацию, вы как никто можете развеять и как-то приободрить человека. Да? Хоть, возможно, и у самой там не все так, как бы хотелось, но тем не менее, да, мы прекрасны, жизнь прекрасна, значит, все хорошо. Эта девушка уходит, любя, она может, у нее есть на это сила. Вот какие-то поступки мужчин, ну, возможно, я бы даже сказала, что здесь есть момент разочарования в мужчинах, да. Уходит, потому что любовь – это награда, понимаете? Любовь, ухожу, потому что любовь это не награда, и она нельзя отдавать любовь безответному человеку, нельзя любить, знаете, как в одну дверь, в одни ворота, нужна взаимность. И здесь прямо проходит, да, почему уходит любя, потому что любовь это награда, любовь нужно заслужить. А если вот человек ведет себя как-то неподходящий, неподобающий, да, эта девушка понимает, что, например, с этим человеком тяжело строить отношения, не хочу тратить свою жизнь. Эта девушка не будет давать ей второго шанса. Она как-то, если она уже разочаровалась, вернуть ее благорасположение очень-очень тяжело. И это касается как и мужчин, так и друзей, так и вот окружения. Вижу очень умную женщину, она в жизни своей многого добьется и далеко пойдет. И я вам скажу, что да, мне проходит момент, что эта девушка, она стремится к независимости, к какому-то благосостоянию, развитию, продвижению своему личному. Отношения, да, это вот появится в моей жизни человек, будет он достоин моей любви, да. Значит, будет такая награда.
очень эффектная женщина. Она действительно может себя преподнести, может себя показать. Очень у нее такие задатки. Очень умный человек. И вообще я вам скажу, что у вас идет момент личностного очень такого интенсивного роста. Хоть, возможно, сейчас вы можете заниматься даже не совсем подходящим для вас делом. Но или наоборот, да, оно вам нравится. Но я вам скажу, что у вас идет, конечно, перемена. Перемена придет как награда, и эта перемена несет очень красивые изменения в общем в вашу жизнь. Но вот этот такой момент, почему уходишь? Потому что любовь — это награда. Она не дается просто так, да. Вы не любите, скажем так. Эта девушка не дает второго шанса, не прощает каких-то предательств, да. То есть вот такой вот момент. Это очень даже такой... Вы понимаете, это правильная позиция, потому что она уже как бы отсекает как-то человека, идет вперед, не оставляя, не тянет ничего из прошлого, да, то, что ей не нужно, то, что ей не подходит, то, что ее тормозит. Она отсекает, оставляет это все в прошлом, потому что любовь — это награда. Ее любовь — это награда для мужчины. И она будет любить достойнейшего из мужчин. А если человек недостоин, не стоит в него вливать энергии. Очень девушка отсекает. Я вам скажу, что вы очень длительное время будете выглядеть молодо. Молодо и хорошо. И очень даже какой-то, я бы даже сказала, неопределенный возраст. То есть, смотря на эту девушку, нельзя определить, сколько ей лет, вот точно. Ошибка однозначно идет. Вижу, что девушка молодо очень выглядит. Очень добрый и отзывчивый человек. Очень мягкий и любящий с тем, кого любит, да, кто хорошо к ней относится. И я вижу, что таковые люди тоже есть. Но она не раздаривает попусту свою любовь, не раздает попусту свои шансы и свое жизненное время. Эта женщина ценит свою жизнь, и это очень-очень хорошо. Интересная девушка, я вам скажу, что у вас будет момент какой-то классной возможности. Она появится неожиданно с одной стороны, очень долгожданно с другой. И она откроет для вас какую-то возможность. Возможно, куда-то поехать, сменить сферу деятельности или работу, даст вам возможность на прорыв. Если у вам поступает такое предложение, обязательно соглашайтесь. Даже если вам что-то там жаль, что-то отпускать жаль, соглашайте, потому что я вижу, что новое, оно откроет перед вами очень много возможностей. Давайте посмотрим дальше. Итак. Кто у вас влюблен? Кому вы нравитесь? Давайте посмотрим, да, что у вас объединяет с этим человеком в общем, да? Давайте посмотрим. Так. Во-первых, этот человек будет действовать. Он уже в своей голове все порешал. Мужчина этот наблюдает за вами очень какое-то длительное время. Возможно, вы с ним находитесь в контакте, даже в переписке. Но этот мужчина никак не может вот вывести ваши отношения, ваше общение вот так, как он бы этого желал, да, то есть в любовную какую-то сферу. Влюблен этот мужчина в вас вот просто до мозга костей. В вашем присутствии, в общении с вами абсолютно человек меняется. И я вам скажу, что он как-то себя чувствует немного, знаете, ну таким, вот вроде умный такой, вот вроде сильный, а в присутствии вашем он очень так теряется. Этот мужчина, он будет действовать. Вы знаете, что он как-то, возможно, какой-то период времени, он отгонял от себя чувства к вам. Отгонял почему? Потому что он считает, что вам нужно дальше. Вам нужно развитие, вам нужна перспектива. Возможно, он как-то видел, что сложновато такой девушке, как вы, дать эту перспективу. Возможно, какие-то моменты у него, да, были свои личностные забабахи. Но, тем не менее, я вижу, что на сегодняшний день он понимает, что вот ваша история уже должна развиваться, да, то есть начинается какая-то новая глава в вашей истории. И здесь, конечно, любовь. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. А жить без вас невозможно. Вы понимаете, какая у нас здесь история? Ой, ну вы, знаете, такая госпожа в его вообще понимании, в его каком-то вашем восприятии. Очень элегантная женщина. Вы очень прямо ему нравитесь.
мужчина как-то оценивает шансы и думает о том, а улыбнется ли ему удача, то есть быть или не быть. Но уже, знаете, этот вопрос он задал себе не единожды и понимает, что как-то вот не быть никак не получается. То есть все равно мысли о вас, все равно, знаете. И вот как вот эта рулетка, так и отношение к вам – это азарт. И даже если тебя преследует отказ, да, все равно ты желаешь еще и еще раз попробовать, потому что жить уже без нее невозможно. Этот мужчина надеется на удачу, он готовится к вам проявиться, он желает к вам проявиться. Более того, была или какая-то попытка, или, возможно, был момент каких-то... Что-то пошло не так. Возможно, это была какая-то, вот мне проходит момент какого-то корпоратива, возможно, или какой-то вечеринки, день рождения, и он вас ждал. Он ждал, что вы будете, а вы не пришли, или пришли с кем-то другим, да, танцевали с кем-то другим, как-то уделяли время кому-то другому. То есть что-то пошло не по плану, а он уже был настроен вот прям на конкретные действия. У вас есть с этим человеком контакт. Для кого-то может пройти, что вы прямо, ну вот мне проходит момент, что он где-то вас встречает время от времени. У него очень такие романтичные чувства, и я вам скажу, что вот его чувства к вам, они нарастают, и они сподвигают его, давай действуй. Я бы даже сказала, что здесь само подсознание договорит за него. И он всячески как-то вот пытается, да, все сложить в коробочку, а оно в коробочку уже не помещается. Здесь все выходит из-под контроля у этого мужчины, и на сегодняшний день он это понимает. Я вам скажу, что от этого мужчины будут очень такие спонтанные действия в вашу сторону. И да, здесь мне проходит момент, что вы находитесь в каком-то... Ну, он вас видит, он знает, как вас зовут. Хоть и вы официально можете быть и незнакомы. Мне проходит момент, что много людей вокруг вас, все время много людей. Возможно, это вы куда-то с подружками ходите в какое-то заведение, да, и он может вас там видеть, да, и желает как-то увидеть вас опять, чтобы с вами завязать контакт. Возможно, вы с этим человеком работаете, соседние какие-то компании, возможно, один офис, разные отделы. Потому что, знаете, он как вас видит, но прям чтобы такое общение между вами. Что-то, есть какая-то несостыковка, да, нужно подобрать точки соприкосновения. И он как-то поджидает какого-то момента, он думает себе, вот, будет какой-то корпоратив, и вот тогда все. Вот тогда все, тогда я ее уже не упущу. Возможно, видит вас где-то в лифте, то есть какие-то люди есть, и он очень рад вас видеть, но вот возможности прям как-то начать с вами разговор не решается этот человек. Но, знаете, быть или не быть, вот это такой какой-то у него все время, знаете, как гудит в голове. Улыбнется мне фортуна или нет? Но я вам скажу, что даже если вы как-то, он начинает с вами разговор, а вы ускользаете, тоже такое может проходить. Этот человек все равно будет искать контакта, да? То есть повезло или не повезло, я все равно еще. У него как-то разжигается какой-то азарт по отношению к вам. И он уже понимает, что да, вот как-то ситуация вышла из-под контроля, мысли о ней, как-то все уже сложно. И не очень я уже и понимаю, что со мной происходит, и не очень я справляюсь с собой. То есть здесь мужчина горазд на какие-то спонтанные поступки. И я вам скажу, что... В один момент этот мужчина просто остановит лифт, в котором вы останетесь вдвоем, и вот здесь все станет понятно, понимаете? Давайте посмотрим дальше. Итак, что ты о ней думаешь вообще, да? Давайте посмотрим, что ты думаешь о ней. Ой, боже, накрывает с головой вообще. Вообще так нравится, просто караул какой-то. Просто сбивает с ног. Угу. Вот я все смотрю, да, с кем она, как она, с кем она общается, вот что я о ней думаю, и каких-то и подруг он вас знает, и знает, с кем вы там в контакте, с кем вы работаете, он за вами наблюдает. Он наблюдает, и, возможно, даже вы с ним вот как-то в общении, как какое-то общение есть. Возможно, вы даже здороваетесь с этим человеком, но нет того разговора, которого он желает. И что он думает? Он желает вас куда-то пригласить. Он желает вас пригласить. Он не знает, что вы ему ответите, будет свершится ли это чудо, да, и вы действительно согласитесь.
Согласитесь, дадите ему вот это красное яблочко, да? Укусить. А может и нет. То есть у него он очень не уверен, да? Он видит вас очень такой интересной, яркой девушкой. И, возможно, где-то он боится быть пресным. Он боится быть, знаете, обычным в ваших глазах. Как-то он размышляет, а чем могу я ее увлечь? Чем я могу ее заинтересовать? Да? Чем я для нее могу быть интересным? Он думает о вас очень много. И вот действительно, где-то он вас прямо видит на коридоре или где-то на улице. Вы просто сногсшибательно. Он считает вас очень красивой женщиной. Ну, давайте посмотрим еще, да? И сегодня еще краше, чем вчера. Давайте посмотрим. Итак, что ты думаешь о ней? Ой, что-то я опасаюсь, что будет мне разбитое сердце, да? Ой, а что ты так не веришь в свои силы? Почему не веришь? Вот мечтаю я о ней. Она императрица. Вот он видит вас, понимаете, такой очень женщиной как высокого полета, высоких каких-то вообще... Во-первых, для серьезных очень отношений, для большой любви. Вы не даете шанса просто так, чтобы развлечься, пойти на свидание, чтобы развлечься. То есть, или вы входите в серьезные отношения, или вы вообще не идете на свидание и вообще не даете никаких шансов. То есть, просто так, да, авось там со временем она меня полюбит, он понимает, что это не про вас. То есть, где-то вот именно как-то вас увлечь тяжеловато. Вот он думает так. Вы шикарная женщина, о такой женщине можно только мечтать. И действительно, знаете, вот этой женщине ей нужно абсолютно все. И вот просто так каких-то, знаете, полушансов вы не даете мужчинам. То есть, пойду на свидание, нечего делать в пятницу, да? Нет, нет. То есть он считает, что вы, если идете на свидание, это уже шанс, это уже возможность. Это значит, вы видите перспективу и желаете с человеком отношений. Просто так, да, для развлечения вы не принимаете приглашений. Хорошо, что ты думаешь о ней? Ой, ой, боже, сердце рвется на запчасти просто, девочки, я не знаю. Конечно, выходит мне конкретно мужчина влюбленный, мужчина, который прям тоскует, прямо имеет в сердце печаль прямо какую-то по отношению к вам. И что-то, знаете, как не получается как-то к вам пробиться. Вы знаете, почему-то он считает, что вы, возможно, его опасаетесь. Почему? Почему ты так думаешь? Почему? А он ведь, он, я вижу, что этот человек, он, возможно, у него что-то в жизни меняется, да? Но выходит он, конечно, вот таким рыцарем воды, выходит он отшельником, то есть он очень такой подходящий для отношений человек. То есть он уже все осмыслил, он знает, что такое чувство. Он знает, что такое женщина, надежность, да, какая-то любовь, отношений. Он готов к новым отношениям. Этот человек готов к новым отношениям. Он прямо мечтает о вас. Что ты думаешь? Ой, боже ж ты мой, девочки, думает очень много. И где-то он вот шел на работу и в голове держал своей, что столько у него сегодня дел, и столько он сегодня сделает. И все есть такой настроенный. А тут вы, вся такая прекрасная, да? Все такая легкая, знаете, взбудораженная, спешащая, возможно, опаздывающая на работу, врывающаяся в дверь. Все, все, день пропал, все. Мысли только о ней. Что-то там открываю эту книгу, ничего я в ней не вижу. Мысли, мысли о ней, как бежала, как ступала, как стучала каблучками и шлейф духов. И просто все, да, день пропал. Ну, что ты будешь делать? Давайте посмотрим дальше. Итак, чем она тебе нравится? Ой, давайте посмотрим, чем нравится. Боже, она королева. Очень страстная девушка, очень красивая. Вы знаете, что я, конечно, вижу, он выходит все-таки за порогом. Да, то есть это человек, который еще не проявил своих чувств, который что-то там прячет, что-то там, это тайный такой, знаете, поклонник. Но он действительно в очень таком порыве желает проявиться и проявится этот мужчина. И я вам скажу, что чем вы его привлекаете? Вы королева, вы просто королева, очень красивая женщина.
темпераментная, страстная, столько огня в ней, столько, знаете, такой интриги. Этот мужчина, он действительно, знаете, и в мыслях, и в своих желаниях. Вы там главная героиня, да? Вы так, знаете, по вечерам этот мужчина о вас думает. Как-то вот вы очень подходите на главную роль в его каких-то мечтах. Ну и чем вы его увлекаете? Этот мужчина прям конкретно смотрит вам вслед. Он прекрасно понимает, что он не один такой несчастный, да? Но, тем не менее, да, обернись. Обернись хоть раз, посмотри на меня, да? Заметь меня. Вот этот мужчина, он прямо, знаете, про себя думает. Ну, обернись, да, не спеши. Иди медленнее, пусть я наблюдаю за тобой, пусть я наслаждаюсь тобой. Конечно, красавица, девочки, вот действительно мужчина считает вас очень красивой женщиной. Давайте посмотрим дальше. Итак, а что с тобой происходит, да? Вот что с тобой происходит? Почему-то, что происходит с тобой? Ага. Ну, вот смотрите, у этого мужчины такое впечатление. Я так нравлюсь другим женщинам. Я так нравлюсь другим женщинам, почему я не могу привлечь эту? Да? Вот как-то другие женщины что-то там щебечут вокруг меня, да? Что-то так привлекает мое внимание. Почему я так нравлюсь другим, да, но не могу привлечь эту? Я хочу, чтобы она была со мной. Я вижу, что это интересный мужчина. У него есть и чувство юмора, он такой, знаете, интересный. Очень может быть, что где-то вот какие-то деловые связи или учеба, вот это то, что вас объединяет сейчас с этим человеком. Он желает, чтобы ему улыбнулась фортуна. Но, девочки, вы только посмотрите, у него четкое убеждение, что он такой не один, что он такой не один. Знаете, но так ему бы хотелось, чтобы именно ему, да, улыбнулась удача. И он вот нашел момент, подход, нашел вот именно как к вам прорваться, как вам пробиться. Но вот когда он находится рядом, он думает, боже, тут все оборачиваются, да, тут все мужчины, кто на что горазд, кто на что горазд. Каждый заглядывает, каждый на что-то там надеется, каждый взглядом провожает. Он очень хорошо видит, что вы нравитесь мужчинам. И вот что он думает про себя? Боже, я такой классный, я так нравлюсь женщинам. Почему же я не могу привлечь ее? Зачем мне эти черные вороны? Хочу кошечку беленькую. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Этот мужчина, вообще, решится ли он на шаги, да? И посмотрим, на какие отношения, каких отношений он вообще желает с вами. Так, решится ли он на шаги? Смотрите, во-первых, этот мужчина понимает, что ему нужно работать. Просто так ничего не будет. Что здесь не то, что нужно один раз проявиться. Здесь нужно топтать дорожку. То есть здесь нужно приближать какой-то контакт с вами. И я вам скажу, что эти действия будут с его стороны. Мне проходит момент, это может быть что-то прям спонтанное, то есть где-то очень неожиданно, да, этот человек вот с вами поздоровается, и буквально, да, боже, ты такая красивая, все смотрю на тебя, да, глаз оторвать не могу, давай сходим на кофе. И вот я вам честно скажу, уже эти слова настолько долго звучат у него в голове, что в один момент они непроизвольно, да, то есть он их не сможет остановить, эти слова. Это может быть очень такой спонтанный поступок, но он не надеется на легкий результат. Он знает, что вы вот как-то на серьезные отношения настроены. И если даже вы ему откажете, это его не остановит. Да? То есть он будет все чаще и чаще вас куда-то приглашать, провожать, где-то зонтик подержать, где-то дверь придержать, где-то, знаете, сумочку вам помочь. Он будет стараться находиться где-то рядом, он будет стараться приблизиться, как можно чаще быть рядом с вами, завоевывая вас понемногу, да? Потому что вот такой прямо надежды, что вы сразу согласитесь, ну нет у него такой иллюзии, да?
И даже если вы вот как-то и пойдете с ним на кофе, да, процесс ухаживания, он понимает, что это вот прямо работа, да, здесь нужно день за днем искать подхода, искать варианта, искать правильного пути к сердцу, к этой девушке, этой женщине. Но я вам абсолютно точно скажу, что этот мужчина, он будет действовать. Давайте посмотрим, а какие у тебя вообще планы, да? Вот каких отношений ты бы хотел? Серьезных, каких бы ты хотел? Да, да, девочки, здесь прямо на серьезные отношения расчет. И ухаживает он не просто за красивой девушкой, а прямо за королевой своего сердца. Здесь очень может, у него прямо такие конкретные планы на вас. Конечно, принимать ухаживание, не принимать, впускать, не впускать, соглашаться, нет, это уже такое. Но ну, пусть ухаживает, да, пусть влюбляется, пусть любит, да, пусть все будет. Итак, совет для вас. Девочки, у нас вышла десятка пентаклей. Вот такая вот история. Вы знаете, что с этим мужчиной у вас все может получиться. Сказать честно, карты показывают, не отталкивай, дай ему возможность, да, пусть себя проявит. Потому что неожиданно ты можешь обрести десятку пентаклей с этим мужчиной. В любом случае, я вам скажу, о чем-то эта карта. Счастье тебе не миновать, ты все равно будешь счастлива. Выберешь ты этого мужчину или другого, но в жизни твоей идет перемена, да, идет прекрасная перемена, перемена, которая ведет тебя к счастью. И вообще-то это момент, да, что у тебя все с ним может получиться. Но выберешь ты его или другого, счастье тебе не миновать. Ты обязательно будешь счастливой женщиной. Вот так вот, вот такой вот у нас первый расклад, очень получился интересный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пусть этот расклад в полной мере сбудется в вашей жизни, пусть ухаживает, пусть влюбляется, пусть теряет голову, а вы будете цвести и наслаждаться, да, вниманием и прелестями жизни. Итак, мои дорогие, идем дальше. Давайте посмотрим. Дальше, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас в начале расклада смотрим, нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или, возможно, другое видео. Итак, вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Ой, вы знаете, такая победительница. Женщина-победительница. Да, такой человек, знаете, он привлекает очень много внимания, скажем так, окружающих. Я вижу, что вы как-то обезоруживаете. Вот с одной стороны, да, есть люди, которые вот как со всех сторон направлены мечи, но тем не менее вы на троне, понимаете? То есть со всех сторон кто-то чем-то, что-то недоволен, кому-то что-то не нравится, но тем не менее вы на троне. Это человек такой борец, в жизни все дается очень даже и непросто, и нелегко. И вы знаете, что здесь расчет на себя. Да, вот как-то внешний мир колкий, внешний мир колючий. И нечего его, знаете, приближать. Очень такая какая-то конкретная женщина, боевая, да, то есть такая характерная. Человек не даст себя в обиду. Вы знаете, что вы можете быть как-то, вот, например, даже в работе. Вас не трогают, вы не трогаете, да? Все нормально, все спокойно, общаемся, работаем. Но если кто-то возомнил себе, что он может как-то вами где-то попыхать, да, он очень ошибается. Эта женщина очень сильный соперник, противник, конкурент. Это действительно человек очень такой целеустремленный. Обидеть ее тяжело, но приобрести в ней какого-то, знаете, сопротивника очень легко. То есть я не обижаюсь, я сразу даю сдачу. Вот здесь прямо вот такой момент. Вы знаете, человек, который вот прямо создает свой мир. Такая женщина-защитница, очень бойкая. Настоящая пантера, знаете, такая вот прекрасная. Восхищается ней. Она такая элегантная, она такая вот со вкусом, да. И с мужчинами она может такая очень обаятельная, очень интересная, да, но она как бы сама о себе хозяйка. Она вот хочу,
позволю погладить, да, а не захочу и не позволю, и не заставишь ты меня, да. То есть вот такой момент. Очень гордая женщина, эффектная внешность, хороша собой, и в ней есть вот эта такая сила кармической женщины. Вы прям ставите мужчин на место. Очень-очень вы это, знаете, способны сделать. Действительно способна женщина вскружить голову любому мужчине, который ей нравится. Была бы ее на то желание, было бы ее желание, был бы подходящий, да, мужчина и ее желание на то. Но, возможно, сейчас видите мужчин послабыми какими-то, да, не очень такими подходящими, далеко, да, не львами, не пантерами. А такое что-то, да, там пробежало, что-то пробежало, вроде сдалека смотришь лев, подходишь заяц, да. Такая себе забыча, такая себе. Интересная очень девушка, у нее какой-то определенно свой шикарный мир внутренний. Очень чувственный, богат душевно человек. Очень, знаете, природа, какое-то единение с природой. И вы знаете, человек прямо в гармонии, я вам честно скажу. В гармонии, да, это такой момент какого-то щита от внешнего мира, он существует. Эта женщина мало кому доверяет, но если она уже твой друг, если она твой соратник, считай, тебе в жизни сильно повезло, потому что этот человек никогда, знаете, в какой-то критичной ситуации тебя не оставит, не бросит. Эта женщина и в 3 часа ночи откроет дверь подруге, у которой какая-то, да, ситуация в жизни сложилась, и очень так идет навстречу. Более того, я вот что скажу, вы приходите навстречу быстрее, чем кто бы то ни было. Знаете, вот такая ситуация. Вы можете этого человека не очень там находиться с ним в дружеских отношениях, даже быть, знаете, какой-то конкурентной в работе, да, вот. Не обязательно, чтобы вы прям так располагались к человеку, знаете, и рассыпались в комплиментах. Но вы тот человек, который придет на помощь, когда эта помощь будет нужна. Это очень ценные люди вообще, знаете. Это очень ценный человек, вот если он твой друг, это очень ценный человек. Он, вот эта женщина, она говорит правду, и, возможно, эта правда не очень там всем нравится. Но когда нужна поддержка, она приходит первой. И в очень такие, возможно, критичные какие-то моменты. Почему? Потому что, возможно, сама что-то прошла такое, знаете, в своей жизни. И мне проходит момент, мне не нужна жалость, да, я сильная женщина. Я совсем справлюсь, еще не такое проходила. Но вы сочувствуете очень. Это очень такая женщина, которая умеет сочувствовать и знает, что это такое быть в какой-то, да, вот такой сложной ситуации. И вы не ждете какой-то там не благодарности там несусветной. Просто вам хочется помочь, и вы это делаете, и все. И ничего, идете себе дальше, да, и даже не акцентируете на это внимание, и многие даже не знают, да, что от кого эта помощь пришла, и что там, и как там. Интересный очень человек, очень интересный. Да, это женщина какого-то, вот это такая сильная, сильная, красивая женщина. И да, вот тяжело найти пару такой женщине, тяжело. Вы, возможно, и в отношениях, да, потому что, но если эта женщина уже в отношениях, это очень верная женщина. Это очень верная, она прям усиливает мужчину, она его направляет, она дает ему очень много энергии, она создает тандем, она создает союз, а не просто абы что. И в отношениях эта женщина очень верная, то есть она создает какой-то свой мир, неприкосновенный, да, вот в паре, в партнерстве, и очень верная женщина вот в отношениях, вообще, вообще. Давайте посмотрим еще. Итак, вы сейчас, да, посмотрим, вы сейчас. У вас период трансформации в личной жизни. У вас будет прекрасная перемена в личной жизни, прекрасная, судьбоносная какая-то, или встреча. Возможно, вы сейчас в отношениях, и будет трансформация, улучшение, перемена к лучшему. Вообще, вы знаете, что-то поднимающее просто, поднимающее на землю, что-то настолько прекрасное, настолько романтичное в личной жизни, что просто теряешь голову и желаешь это вот сохранить, это сберечь, да, и это приумножить.
у вас идет конкретная перемена в жизни. Если вы сейчас в гордом, да, выборе, скажем так, вы найдете своего спутника. Вы его найдете. Если вы сейчас уже в отношениях, я вижу, что какой-то период притирок, он останется позади, и у вас в отношениях все будет очень хорошо. Как-то расставляется все на свои места, и в вашей личной жизни идет момент взаимности, и вот прямо, знаете, расцвет по личной жизни. Боже, девочки, смотрите, на дне колода императрица. Кто-то, вот прямо второй вариант, я вам скажу, что в этом году у вас конкретная перемена по личной жизни, очень перспективная на будущее, прям как человек своего истинного партнера находит, обретает, да, какие-то прямо, ну, момент трансформации по личной жизни очень конкретный. Двоечка кубков, императрица, это крутой расклад, это крутой, знаете, разворот, это крутые события по личной жизни. Я вижу, что женщина готова, да, создавать вот этот мир. И уже пришло время, судьбоносная какая-то, какие-то события судьбоносные в личной жизни, полная трансформация, переход в вашу в императрицу. Очень хорошо, если на расстоянии, да, все разрешится, и будете вместе с любимым человеком. Здесь вот в паре вы или вы сейчас одна, вот до конца этого года вы будете в прекрасных отношениях. У вас все будет хорошо очень в личной жизни. Итак, давайте посмотрим дальше. На сегодняшний день, сейчас, да? Давайте посмотрим, кто у вас влюблен, кому вы нравитесь. Я вижу, что здесь, возможно, у вас с кем-то есть переписка. С кем-то у вас есть контакт. И этот человек о вас очень много думает. И вы прямо для него знаете исцеление. Исцеление души, исцеление сердца, исцеление жизни. Вы прекрасны, вы как и внешний, так и внутренний. Я вам скажу, что если у вас есть человек, с которым вы в общении или в отношениях, вот здесь прямо он. Если вы свободная девушка, у вас в ближайшее время появится человек. Появится человек, и очень у вас будет бурное общение через переписку. Я вам скажу, что здесь человек уже есть. Вот тот, кому вы нравитесь, он уже есть. И это просто, знаете, дело какого-то определенного небольшого времени, когда отношения ваши наберут размаха. По сути, мне идет вот здесь такой момент. О тебе думает тот, о ком думаешь ты. Ты спишь и думаешь о нем, а он думает о тебе и окружает тебя своей любовью. То есть здесь какой-то идет как возвратная связь, да? Возвратная связь, и она набирает определенные ценности. У вас будет развитие с этим человеком. Очень такое красивое, яркое. Закаты, восходы, рассветы. Вы его прекрасный лебедь. Вы его прекрасная женщина. Вы абсолютная ценность для него. Здесь будет объединение, будут общие цели. Такое, знаете, забота какая-то прямо от этого мужчины. Возможно, вы уже в отношениях, это вот ваш партнер проходит. С кем-то идет переписка. Здесь проходит момент. Тот, о ком думаешь ты, тот думает о тебе и желает быть рядом с тобой. Да, желает видеть тебя, желает тебя чувствовать. Возможно, с кем-то на расстоянии, да, и есть переписка, и человек прямо спешит к тебе. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. А что, о чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Чем ты думаешь? Ой, девочки, как бы это сделать? Как бы это провернуть, чтобы войти в десятку кубков с вами? Он мечтает о будущем, этот человек. Он считает вас идеальной женщиной, которую он очень долго искал, да? И лучше никогда не найдет, и забыть никогда не забудет. Мужчина намерен действовать, чтобы войти с вами в десятку кубков. И где-то даже пойти и на какую-то хитрость, и на конкретную грандиозную перемену, и приложить максимум усилий, потому что вот он нашел, да, свою женщину, нашел свою императрицу, свою женщину, с которой он желает вот будущего, да. Боже, девочки, так классно, давайте посмотрим дальше. Ты думаешь о ней? Что думаешь? Дорога сейчас закрыта. Возможно, расстояние. Боже, как я спешу к ней. Мое сердце просто, да, оно впереди меня летит просто к ней.
Здесь мужчина думает о приезде, о каком-то звонке, проявлении, ярком проявлении, о трансформации ваших отношений. Да, накрывает с головой и где-то теряю, да, как без нее ничего не мило, да, она моя Джульетта, хочу шанса, хочу возможности, потому что она королева моя, да, хозяйка жизни, другие лишь тень и десятка пентаклей. Девочки, здесь мужчина настроен на очень серьезное развитие. Сейчас мне проходит момент расстояния, и возможно на этом каком-то расстоянии, возможно какая-то недомолвка между людьми, да, то есть что-то случилось, потому что мужчина почему-то как скучает за этой женщиной. Возможно, несколько дней, да, куда-то поехал на работу или где-то какие-то контракты, здесь что-то такое может проходить. И тогда выходит такой момент, где-то вдали, да, где-то скучая о вас, этот мужчина понимает, что вы его женщина, что он желает с вами десятку кубков, что он желает с вами десятку пентаклей и готов войти в новое в своей жизни, да, в новое вместе с вами. Боже, девочки, двойка кубков на финал, да, то есть я ее люблю. Я ее люблю, я хочу, да, будущего с ней. Только она, больше никого не вижу, никого не слышу и никого рядом видеть не хочу. Только она. Что-то, знаете, что-то вот как сама жизнь ему показала вашу ценность. Если вы сейчас вот не знаете, о ком идет речь, этот человек, он появится в вашей жизни. Мне почему-то проходит, что он уже есть, да, этот человек уже есть в вашей жизни. И у вас будет очень активное развитие с этим человеком. Давайте посмотрим дальше. Если вы не знаете, о ком идет речь, этот человек приедет. Он откуда-то как возвращается или приезжает. И очень быстро и активно будет развивать ваши отношения. Но этот человек вас знает. Почему-то вот идет как вдали от нее. Я понимаю, что она прекрасней всех. Вдали от нее я понимаю, что другой не может быть, да, только она. Возможно, знаете, человек все думал, что у него очень много времени на проявление, очень много времени на любовь, на отношения с вами, но как-то, возможно, жизненная ситуация сложилась так, что человек как бы вынужден куда-то поехал, уехал, и там он осознает, что нет, лучше женщины я не найду, и нет смысла что-то там. Она лучше и прекрасней всей, и только с ней будущее возможно. Ну что ж, давайте посмотрим, чем же она тебя привлекает. Боже, жду встречи с ней, невозможно. Жду встречи и приглашу ее обязательно на свидание. Почему? Потому что она прекрасна, как и в словах своих. Как женщина в обществе, так она и прекрасна в моменты, как женщина, как девушка, да, как нежный человек. Этот мужчина считает, что вы идеальная партия для него. И время какой-то легкомысленности, время каких-то разговоров уже ушло. Пришло время действовать. Пришло время, знаете, так идти на пролом, возможно, где-то. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, когда она рядом, когда ты ее видишь, когда ты о ней думаешь, что ты чувствуешь, да? Что с тобой происходит. Ой, девочки, вы знаете, во-первых, он видит вас прям парочкой для себя, и он как-то опасается, что вас украдут, да, что вот найдутся такие хитрые какие-то и украдут вас как самое вкусное, самое сладкое, самое нужное, да, что он думает о вас, боже, вы прекрасны, у вас столько качеств, понимаете, и этот человек прямо желает ворваться в вашу жизнь. У вас очень много качеств, как для женщины-спутницы, да, и очень красивая женщина. И что вот, да, я классный, посмотри на меня, я такой классный. Я вот, он где-то, возможно, сейчас на расстоянии каких-то денег заработал, да, что-то у него там в финансовом плане пошло под горочку. И он прямо, знаете, думает, вот, приду я такой классный к ней, приглашу ее на свидание, да, куда-то, возможно, в красивое место, с чем-то ее угощу, какой-то подарок ей принесу. Буду ее покорять. Вот так он сейчас думает.
и я жду, время идет, я уже близко, я уже вот-вот должен, да, вот как-то или приехать, или, возможно, назначена какая-то встреча с вами, и он ждет эту встречу, да, я уже так жду, время идет, он где-то там, да, вот, грубо говоря, слюнями стекает, да, потому что вы прям классная, вы классная очень девушка, классная женщина. Время уже близко, да, я скоро буду, я скоро буду. Но есть опасения, чтобы не украли, потому что могут увести из-под носа, да. Здесь нужно быть, знаете, смотреть в оба. Долгожданная какая-то встреча, ждет встречи человек. Очень, прям такое нетерпение у него. Что-то приготовил, подарок какой-то готовит. Давайте посмотрим. Этот мужчина, на какие отношения он... Ой, девочки, десятка кубков. Каких отношений он желает? Десятка кубков. Ой, красота. Красота, боже, вы золото. И вот опять выходит, понимаете, человек вас воспринимает как хозяйку своего дома. Своего дома. Хозяйку своего дома. Дом самое родное, самое близкое. И вы прям, знаете, как ниточкой уже привязаны к его дому. Он видит вас, ну вот, идеальной женщиной для семейной жизни. И по десятке кубков этого он не желает. Вот я вам честно скажу, вот каких отношений, на какие отношения он рассчитывает, он считает вас золотом, да, то есть этот мужчина, он плавит золото, и он считает, что вы вместе с ним, знаете, это как золото в золоте, это как мы друг другу, мы как одинаковые, мы сможем создать что-то общее, да, мы что-то создать, что-то великолепное с этой женщиной. Она прекрасна, лучше ее нет. С ней желаю десятку кубков. Здесь очень большая перспектива вообще на семейные отношения, на семейную жизнь. И если вы сейчас вот как-то в отношениях, возможно, кто-то в переписке, кто-то только начинается знакомство, я вам скажу, что этот человек, у вас все с ним очень может получиться. Я вижу, что здесь нам прошел момент, ты думаешь обо мне, а я о тебе, да? И вот смотрите, десятка кубков, десятка пентаклей, и вот какие отношения возможны, да? О каких отношениях мечтает? Вообще он с вами желает вообще новой жизни, прекрасной новой жизни. И он очень много усилий готов приложить, потому что вы именно та женщина, которую он желает видеть в своей жизни. Каждый день, да? Каждую минуту, каждую секунду. Совет для вас. У вас с этим человеком будут очень долгосрочные отношения. И ваше какое-то ожидание, оно себя оправдает. Момент, знаете, возможно, зависший момент какого-то ожидания, момент ожидания чего-то истинного, он действительно даст свой результат. С этим человеком у вас могут быть очень длительные и красивые отношения. Вот здесь прям большущая перспектива. Более того, вы знаете, что ваше от вас никуда не уйдет. Что бы ни происходило, и что бы, знаете, как бы жизнь не бросала, но ваш партнер, ваше счастье, ваша десятка кубков, она от вас никуда не уйдет. С этим человеком у вас могут быть очень долгосрочные красивые отношения. Не стоит спешить. И знаете, все приходит вовремя. Все приходит вовремя, и свое счастье вы еще сполна вкусите, и сполна этим счастьем насладитесь. Приумножите и будете цвести. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Буду очень-очень рада. А мы будем идти дальше. Итак. Так. Смотрим дальше. Так, третий вариант. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас с вами резонирует, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Вы в сегодняшнем дне. Очень такая девушка наполнена. Я вам скажу честно, такие прекрасные девушки, у них особенная энергия. Очень часто здесь проходит вот эта девушка, большая планета, понимаете, очень сильное притяжение. Первым на это притяжение всякий мусор космический летит в вашу сторону. Может она определять, что ей не везет в любви, что вот, как сказать, все
легкомысленность какая-то, понимаете? Ну что я вам скажу, ваша большая планета, она обязательно притянется к вам, ваш спутник, спутник ваш, он к вам притянется. Да, возможно, придется еще разгребать вот этот космический мусор. Никуда не денешься, такова ваша сила, такова ваша энергия. С одной стороны, очень много любви. Это человек, который не скупится на любовь. Он дарит, он дает шансы, он любит. И в любви проявляется очень красиво. Но жизнь вот сталкивается с такими, знаете, вампирского склада мужчинами. То есть такой, знаете, вот что от нее только хотите. Нет, вот такая, извините, притянется, да, что нервы мотает, да, мотает нервы. И пьет энергию, да, как высасывает энергию. Почему-то вот так вот. Здесь я вам скажу, что у вас в жизни будет все хорошо, и спутника вы такого встретите себе по жизни, которого и даже, да, вот этот момент мне показывает, как очень даже и близок этот момент, когда действительно истинного спутника по жизни встретите. Возможно, вы как-то уже в контакте каким-то с этим человеком. Но и вижу я момент, что вы очень... Знаете, это такой человек, который идет, они как видят вас почему-то, да? Они вас сразу замечают, они вас видят в толпе, чтобы было вот 1000 женщин. Вот такие мужчины, они будут обращать на вас внимание. Мужчины вампирского типа, который приходит поживиться, который приходит, знаете, насытиться. Почему? Они выбирают самых красивых, самых лучших, да? Они не будут выбирать женщин стервозного характера, да? Таких кармических, да? Сильных таких вот, которые дают отпор, которые вышвыривает, да, из своей жизни. Вот они таких не выбирают. Они выбирают нежных, кротких, да, милых, таких ласточек. Вот они таких выбирают женщин. И портят им жизнь. И гадит им, понимаете, в душу. И я вижу, что, возможно, вам пришлось с таким столкнуться случаем в своей жизни. И возможно, да, есть и такой момент, что вот одни отношения, один пришел какой-то динозавр, не пойми что, другой такой же, и еще там где-то кто-то там что-то там подсвистывает сзади, да, такой же. А хочется настоящей любви, а хочется вот такого, да, момента гармоничного, всеобъемлющего. Но он будет у вас, он обязательно у вас будет. Вы знаете, вы это почувствуете, вы это поймете, и в жизнь вашу войдет настоящий судьбоносный человек. Период каких-то вот этих, да, динозавров, да, он закончится в вашей жизни и притянется к вам. Очень красивая большая планета, которая станет вашим спутником. Давайте посмотрим дальше еще, да? Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Девушка очень одаренная, очень способная. В коллективе, в каком-то своем мастерстве нет предела совершенства. То есть это человек, который вот, например, там в индустрии красоты. Все пытается, все очень старается, да, как вкладывает душу. И старается как можно лучше вообще сделать свою работу, сделать то, чем она занимается. Вообще-то очень интересная личность, я бы даже сказала, начитанная, способная, очень такой развитый всесторонний ум, да, очень интересная девушка. Может поддержать беседу очень даже на таком, знаете, уровне. Очень на таком уровне. Вы знаете, сейчас уже приобрела определенную силу. Уже не смотрю, да, это на этого дракона, какой он там красивый. А определяю человека по его поступкам. Ну, видно, да, пришлось в жизни что-то отсечь, да. И на грабли старые наступать уже не хочу. Все, баста, да, хватит с меня. Вот такой на момент прямо показала. И я даже не собираюсь с кем-то воевать, кому-то что-то доказывать и кого-то в чем-то убеждать. Я так решила, и так будет. Вот такой вот у нас момент. То есть, видите, как какие-то уроки жизни очень хорошо усвоены. И уже, да, как с закрытыми глазами, я уже не смотрю на этого дракона. Какой он сильный, какой он красивый, какой он. Я уже определяю его по его поступкам. По его действиям. И уже как-то мне, вот знаете, розовые очёчи не одеть. Я уже опытная, да? Я уже прошла свой урок.
Ну, да, вот смотрите, да, уже меня не обманешь, уже какую-то иллюзию мне не навеешь. Вы очень притягательная девушка, я вижу, что прям нравитесь мужчинам. Я бы даже сказала, на сегодняшний день это мужчины, которые вот выше высокого статуса, да, то есть существенно, возможно, где-то в материальном плане выше. Возможно, какой-то определенный мужчина прямо держит вас на примете, да. Где-то на примете. Вы знаете, и вот с чем вы сталкиваетесь, да, вот эти мужчины, которые считают, что он вот такую девушку, да, одним зубом, обламывает эти зубы, обламывает свои зубы, знаете, получает вот такой, знаете, удар в лоб, такой, знаете, красивый такой, малиновый розовый бульдозер, который едет, и ты только глотаешь пыль. Этой женщиной. Вы, короче, так, знаете, уже умудренные опытом, уже, знаете, кому-то катком прошлись по самолюбию, а очень был в себе уверен, прямо был уверен, что он все сможет, а вы как-то его опустили на землю. Вот такая вот ситуация, вот такой вот момент, то есть, да, уже период обиженной девушки остался в прошлом, да, больше я себя в обиду не дам. И очень вы обламываете, знаете, рога этим оленям. Ну что ж, давайте будем смотреть. Сейчас, кому вы нравитесь, давайте будем смотреть, что вас объединяет с этим человеком. Ой, вы знаете, этот человек вас считает супер крутой девушкой, очень красивой. И такие же у вас подружки. Очень какие-то красивые у вас фотографии, возможно, где-то какие-то соцсети. Он часто заходит, считает вас очень такой красивой, гламурненькой, ухоженной девушкой. Как-то вы ему прям очень нравитесь. Так, время. Да, то есть уже этот мужчина признает, что вы выбрали правильные цели, что вы очень правильно в жизни двигаетесь вообще, да, по жизни двигаетесь. Вы знаете, со временем у этого мужчины изменилось мнение о вас. Этот мужчина из вашего какого-то общения, окружения, он вас хорошо знает. И вот со временем у него изменилось какое-то мнение о вас. Он считает, что вы стали такой целеустремленной, очень правильно двигаетесь по жизни. И вообще ваша внешность качественная и очень хорошо изменилась. Как-то вы прям как птичка, знаете, стрепенулись, расправили крылышки и оказались такой вот прекрасной девушкой. Возможно, как-то в суете жизненной, да, вот как-то бегает себе там девочка, девушка, женщина, да, не обращаешь на нее внимания. И как-то раз он увидел вас в платье, возможно. И увидел вашу прекрасную фигуру, и увидел вас, прекрасную девушку. И оказывается, что вы не просто, да, девочка, которая работает в соседнем офисе, а вы прекрасная, шикарная женщина. И здесь какое-то, знаете, осознание, что счастье близко, что какая красота рядом, да. Куда смотрел, где были мои глаза? Да. Да, да, а тут такая прямо красотка, очень такая стоящая, красивая женщина. Куда, где были мои глаза? Вот трансформация мнения вообще у этого мужчины. Интересно. У вас с ним есть контакт, даже, возможно, очень такое какое-то приятное общение. Но этот мужчина, он как в маске сейчас, да, он, возможно, где-то вам не показывает своих чувств, эмоций, но он прямо вами любуется. Вы то, что хочется сохранить, да, вы то, что хочется. Вы знаете как? Этот мужчина понимает, что вы его как будто сканируете, вы его видите. На вас не работают вот эти маски, которые одеваются каждым в обществе, да, то есть человек на работе, там, руководитель почему-то мне идет, он носит какую-то маску, да, чтобы слушались, чтобы боялись, чтобы как-то быть авторитетным. Это может быть мужчина, который вот мне проходит как выше статусом, он хорошо зарабатывает очень, этот человек. И у него ощущение, он как-то, у него ощущение, что вы как насквозь смотрите на него, как будто насквозь видите его. Очень вы ему нравитесь. И да, сейчас есть момент, я не могу о ней не думать.
очень нравится женщина. А что вас объединяет с этим мужчиной? Что объединяет? Я вижу, что вы знакомы и уже какое-то вот определенно длительное время. Что вас объединяет с этим мужчиной? Вы знаете, возможно, вы как-то работали вместе, потом кто-то что-то поменял, какую-то работу. Была возможность с вами общаться, он как-то ней не пользовался, а сейчас как-то ограниченная какая-то возможность на общение с вами. Возможно, это человек, с которым вот где-то рядом, как сказать, мне почему-то проходит, для кого-то может пройти, что вы работали вместе, а потом кто-то поменял работу, да, а думать он о вас так и не перестал, так вы и в его голове. Что вас объединяет с этим человеком? Тайна. Вы знаете, он в тайне держит свои чувства к вам. А они очень такие сильные. Почему в тайне? Почему ты держишь в тайне чувства? Ну, это мое внутреннее. Я ни с кем вообще не делюсь. Я жду возможности. И я обязательно проявлюсь. Потому что она вообще прекрасная. Вот вы посмотрите, как он вас видит. Какой интересной, какой разносторонней, какой творческой прям личностью, прекрасной женщиной, и столько в ее глазах искренности. Он желает к вам проявиться. Этот мужчина будет действовать, девочки. Даже больше того, он даже на какие-то перемены в своей жизни пойдет, чтобы быть с ней. Вообще-то, что показывает? Показывает, что какая-то тайна есть между этими людьми, да? Кого-то может пройти момент, что, ну, кто-то не свободен сейчас, и я вижу, что человек пойдет на какую-то перемену, чтобы изменить что-то в личной жизни, чтобы иметь возможность вот прямо с вами быть в открытых отношениях, писать картину мира вместе, да? А вы там прямо особенно нужны, вы там прям должны быть по центру на этой картине. Я вам скажу, здесь прямо мне идет какая-то мука у этого мужчины. Какая-то мука. Может проходить для кого-то, что сейчас человека что-то сдерживает. И он держит потому в тайне чувства к вам. Но уже как-то для себя конкретно решил, что будет двигаться в вашу сторону. Я вот возьму еще одну колоду, посмотрю. А что у тебя там происходит в личной жизни, да? Почему-то мне проходит, что там вот прямо какой-то как груз мне проходит. И не то, что, а оно как на дно тянет, в муть, в болото. Что-то в личной жизни там неладно. Что в личной жизни? Там принято какое-то решение, возможно, болезненное, и на отсечение. Вот так вот, девочки. Что-то у этого мужчины в личной жизни, да, пошло все не так, как ему хотелось, да, да. Какие-то принятые болезненные решения. Мне прошло, знаете, как личная жизнь мужчины, что, как что-то тонет в мутной воде, как в муть, как болотную, да, опускается. И я вижу, что человек как принял четкое решение, возможно, очень болезненное, четкое решение на завершение каких-то отношений, возможно, в которых он находился до последнего времени. И вы знаете, что там уже и какой-то конкретный разговор прошел. Какой-то конкретный разговор прошел, да, что в тупике просто. Он понимает, что пока он не разрубит, да, там отношения не закончит, нормального развития ваших отношений его не будет. То есть вы знаете, как совсем не то, что вам надо. И потому человек понимает, что ему как нужно освободиться, чтобы он имел возможность к вам проявляться. Ну вот здесь у нас такая ситуация. Ваши, исключительно ваши, надо вам, не надо, ваше, не ваше, ну, то есть вы, как сказать, принимать вам этого человека или нет, исключительно решать только вам. Мы смотрим, вот кто влюблен, вот вышла у нас такая ситуация. Давайте посмотрим, что же ты думаешь о ней? Давайте посмотрим, что ты о ней думаешь. Боже, сумасшедшее притяжение, девочки, сумасшедшее. И да, идет какой-то деловой контакт у вас с этим человеком.
Ну, все как-то, вот, знаете, непросто. Очень ему нужно с чем-то разобраться для начала, чтобы начинать писать что-то новое. Здесь не так, знаете, легко все разрубить, как хотелось бы. У него ощущение, я смогу жить по-другому, да? Я как-то смогу все изменить. Возможно, это отношения. Отношения, которые вот, да, предыдущие зашли в тупиковые ситуации. И человек как-то настроен, знаете, на перемен. То есть там мне нужно разрубить, чтобы здесь можно было прикладывать усилия максимально и приблизиться к этой женщине. Но сейчас ситуация вот такая, да? Скрывает человек чувства. Скрывает. И очень даже ему плохо это получается. Возможно, вы даже и замечаете, что этот мужчина к вам не равнодушен далеко. Далеко не равнодушен. Ох, что-то здесь спрятано прямо. Здесь тайна идет какая-то. Здесь как или мужчина в тайне держит чувства к этой женщине. Или сейчас, да, на данный момент он может ей предложить только тайные отношения и понимает, что это не вариант, потому что он и вообще испортит себе всю жизнь и отношения с вами, вообще все. Да, то есть как-то нужно это все выводить на чистую воду, выводить на свет. Потому что оно, как, знаете, как теряются шансы, теряется время. Ошибки заводят в тупик. Вот так вот. Ошибки заводят в тупик. Где-то этот мужчина, возможно, какое-то время хотел избавиться от этого влечения к вам, от этого чувства к вам, но это была ошибка. Эта ошибка, она потянула за собой какое-то время. И он думает, вот, блин, давно надо было, да, как-то вот выходить на чистую воду, да, и не портить все. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Что ты думаешь о ней сейчас? Что думаешь о ней? Он думает, что вы его опасаетесь. Что он о чем думает? Что он вам нравится, но вы его опасаетесь. То есть вы его где-то не подпускаете к себе. Не открываетесь перед ним. А он хочет шанса. Он желает возможности. Он считает вас прекрасной женщиной. Но возможно, для кого-то может пройти, что вы или работаете, контактируете. То есть сплетни вам не нужны, а они здесь могут образоваться. И этот мужчина, не желая вас компрометировать, возможно, держит в тайне пока что свои чувства к вам. Потому что, да, здесь какой-то идет процесс разрушения отношений. Что ты думаешь о ней? Вот мне ее не хватает. Мне ее не хватает для счастья. Не буду я, знаете, как в полной мере императором, если эта девушка не будет со мной. Угрозу чувствует, какое-то непростое время, но пришло время, знаете, как все расставлять на свои места, непростое время у него в жизни. Пришло время трансформации, перемен глобальных, и эти перемены уже, знаете, их уже не избежать. Уже будет только так и все. О чем ты мечтаешь? Ой, мечтаю, чтобы, знаете, какой-то вот этот разлом в его личной жизни закончился, и чтобы он имел возможность как-то открыть новые возможности, проявиться к вам. Вот, да, чтобы вы перед ним могли, чтобы вы перед ним открылись, и он, знаете, как-то мог проявиться к вам в полной мере. Ну что ж, девочки, я вам скажу так, здесь мне проходит момент, что мужчины завершаются какие-то отношения, они, по сути, завершены, да, но, возможно, там какие-то есть юридические моменты, вопросы. И человек считает, что он как-то вот, это надо было сделать раньше, понимаете, как время уходит. Я хочу счастья, я хочу любви. Он любит эту женщину, да, и он желает с ней прямо быть, да. Хочу освободить, вот смотрите, как хочу, чтобы это все завершилось, да. Хочу открыть новую возможность, чтобы проявляться к ней, чтобы она ответила взаимностью, да, и была между нами любовь. Потому что другие женщины лишь тень, замены ей никогда не будет. Ну, давайте посмотрим твои эмоции, да? Вот чем она тебе нравится? Чем нравится? Этот мужчина считает, что вы его судьбоносная женщина, и, ну, невозможно вас как-то с кем-то сравнивать. Лучше всех вообще.
очень нравится эта женщина, и мне проходит, что человек как-то вот тяжело ему сейчас. Тяжело ему сейчас выйти из той ситуации, которая сложилась. И здесь есть момент, пришел момент судьбоносного разрешения, развязки. И вот я вам скажу, что в ближайшее время этот мужчина как-то и освобождается, и вот будет активно проявляться к этой женщине. Пришло время развязки, да? Пришло время, чтобы все стало явным и чтобы все стало ясным. И что будет дальше, он, конечно, не знает. Он понимает, что вы, знаете, как красивая и одаренная женщина, да, вы можете ускользнуть от него, но по-иному он уже поступить не может. Сказать, что вы причина развала предыдущих отношений, я не могу. Мне проходит, что там, знаете, как отношения, чем они дольше продолжаются, тем они больше погружаются в какую-то муть болотную. То есть там все плохо, там, возможно, какая-то даже и неприязнь уже образуется, и людям лучше, да, вот разойтись. Но ни в коем случае, да, никого я ни на что не сподвигаю, высказываю то, что вижу. А здесь эмоции по отношению к вам, девочки. Он боится, что вы ускользнете от него. Но иначе он поступить не может. Пришло время судьбоносной развязки этой ситуации, которая сложилась у него в жизни. Дальше так продолжаться не может. И в ближайшее время все выйдет наружу. И все, знаете, прояснится и станет на свои места. Вводить вас в состояние любовницы, вводить вас в состояние, когда у вас за плечами шуршат, шабуршат и обсуждают, этот мужчина никак не желает, потому что считает, что вы очень благородная женщина, и эта история не для вас. Потому он желает как-то вывести это все на свет, вывести это все, знаете, вот как на чистую воду и предельно все расставить на свои места. Давайте посмотрим, когда вы рядом, как этот мужчина реагирует. Ой, боже мой, не могу вообще, шел бы за ней на край света. Красавица такая, легкая, интересная. Она прямо моя, она прямо мне так в пару. Я прямо спешу. Вы знаете, о чем он думает, когда видит вас? Не спеши так быстро, да? Я тебя обязательно, как знаете, догоню. Я обязательно тебя... сказать. Я еще пока решаю какие-то свои дела, но я обязательно тебя догоню, я обязательно буду рядом с тобой. Какая-то жизненная ситуация, знаете, вот такая. Ой, боже, девочки, здесь мужчина действительно влюблен. Влюблен как мальчишка. Какие-то прямо, знаете, эмоции очень нежные, очень такие звонкие, да, вот в его сознании. Я не знаю, что будет дальше. Вы понимаете, этот мужчина даже не знает, ответите ли вы ему взаимностью, пожелаете ли вы быть с ним. Но я уже не могу остановиться, я не могу остановить свою жизнь, потому что есть некие судьбоносные развязки, судьбоносные моменты, которые нужно пройти. И я вижу, что этот человек, знаете, он как-то, я не знаю, куда я попаду, но когда я рядом с ней, я безумно счастлива. Вот так вот. Я безумно счастлива. Моя душа поет, и чувства мои все громче, 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 как эта музыка звучит. Да, очень красивая девушка, очень прямо такая, такая. За такой женщиной и для такой можно сделать все на свете. Каких отношений желает этот мужчина с вами? Вот здесь, ну да, вот смотрите, опять выходит колесница. То есть сейчас процесс... вырваться, знаете, как вывести все на чистую воду. Отношения с вами — это глоток чистой воды, это какая-то надежда новая на будущее. Сейчас этот мужчина как бы принимает вызов, да, от жизни. Он в бою, он в какой-то ситуации, которую нужно разрешить. Но этот человек желает с вами партнерских отношений, да, и я пока что не знаю, да, чего ждать от нее и чего ждать от этих отношений, но я безумно счастлив, когда она хоть на минуту со мной. Этот мужчина будет очень активно действовать, но и здесь нужно еще время. Время, чтобы этот человек все в своей жизни поставил на свое место. Но вижу, что в вашу сторону, знаете, он как-то намерен, конечно, вот наиболее прозрачно все вывести как вот на свет. Но давайте посмотрим еще, каких отношений желаешь ты с этой девушкой. Каких отношений ты желаешь с ней? Давайте посмотрим. Хочу вот пробиться к ней.
Хочу, конечно, пробиться. Но вы знаете, да, я вот вижу, что нынешняя ситуация, он понимает, что нет, что так не может быть. То есть в нынешней ситуации вы третьей не будете, да? То есть вам нужно только вот один единственный, я этого буду ждать. Я буду ждать лучшего в своей жизни. И потому вы знаете на сегодняшний день, каких отношений желает этот человек. Для начала он желает освободиться, да? Вот освободиться и уже тогда проявляться в вашу сторону. И он еще, да, не совсем уверен, что вы не ускользнете, что он вообще вам интересен. Но, тем не менее, да, есть большой очень интерес в вашу сторону. Давайте посмотрим. Совет для вас. Совет для вас. Вы знаете, здесь не очень так об ожидании. Да? Ждите его, да, и он вот решит все и придет к вам. Это не совсем так. Здесь идет момент, что в жизни твоей и выбор будет, и сюрпризы жди. И в жизнь твою идет что-то прекрасное. Ты подошла к черте и заслужила на прекрасную перемену. И сказать, что жди, знаете, здесь карта совет. Тебя ждет впереди сюрприз. Будет не так, как было, будет не так, как ты думаешь себе. И стоит ли ждать этого человека, тоже большой вопрос, потому что что-то еще придет в твою жизнь. А давайте посмотрим еще, да? А что? Что это за такая загадка? Что это за такая подсказка? Что же еще придет в жизнь этой женщины? Что же еще придет? Что еще придет в жизнь этой женщины? Вы знаете, вот придет вот именно спутник, который тебя ищет. Вот придет человек, который тебя ищет. Который именно тебя ждет по жизни. Именно тебя ищет по жизни. Это новый какой-то мужчина придет. Да, новые отношения. Вы знаете, что да, здесь есть воздыхатель, здесь есть мужчина, но там все как-то непросто. И карта о том, знаете, что тебя ждет сюрприз. И не стоит, знаете, где-то замыкаться и ждать какой-то реакции, каких-то шагов от этого мужчины. Любит очень хорошо, нравитесь отлично. Но карты, вот совет ангела показал нам, что ты заплатила цену, для того, чтобы пришло новое и лучшее. И это новое и лучшее придет. И идет человек, который ищет именно тебя. И предназначен именно для тебя. И притягивается он именно на твой свет и на твою энергию. А идет он для четверки жезлов, для отношений, которые уже прописаны в книге судьбы твоей. В книге счастья твоего. Вот такой вот очень неожиданный разворот в конце расклада. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Всем взаимной любви. Всем взаимной любви, счастья, радости, смелого, благородного мужчину в вашу жизнь. Всего вам самого-самого лучшего. И до новых встреч!